Видеоартель представляет. Добренького всем утречка! Вы на канале Крылья Нью-Джерси. Вот они, мои дикарюги! Американцы! Flying Flights, Нью-Йорк, Flying Flights! Белоконцевые нью-йоркские летающие крысы! Не долинявшие, но уже в воздухе. Кто сказал, что эти голуби неподъемные? Какое вранье и поклеп! Все они подъемные. Недолголетные, но очень подъемные. Очень даже. А это еще Яшка не приходил. Яшка придет, в гору загонит. Ху-ха! Но кто-то их напугал. Вон они. Повсюду и везде. А где, нигде, нигде. О, разбились, все рассыпались. Смотрите, смотрите. Хи-хи. Сейчас у меня светлая птица в основном. Я обожаю светлых. Темных не так много. Раскидала по всему небу. О, поднялись, молодцы. Молодцы крысы. Fly or die, как говорил мой друг. Покойный Вито Фелис. Летай или умри. Ну, вот, летают. Вот. И совсем неплохо летают. Так что вы не начинайте мне тут по-хорошему, я вам сказал. Хе-хе-хе, оставайтесь на канале Крылья Нью-Джерси. Будет весело. Будет хорошо. То спустятся, то приподнимутся, то спустятся, то приподнимутся, то соберутся, то разбегутся. Дикари! Но я их люблю. Дикари мои! А кто мне там говорит? Да они с будки подняться не мог, да не то. Замолчи свой рот, собака! Крысы снижаются. Опа, не, крысы пошли, пошли, пошли. Come on, Dory Dogs. Надо рэпчик придумать по этому поводу. Йоу. Вам нравятся мои рэпчики? Поставьте три зеленых свистка. Три зеленых свистка, они равны 4 лайкам. Надо рассказать сегодня байку. Овца дрится, овца ца, и курочка без яйца, курочка без яйца, курочка без яйца. Вообще-то я на работу еду, тут у меня голуби летают, и я на работу не могу попасть. Какая работа, когда летают голуби, да? Никакой работы. О, черные птицы подошли. Желтый откололся, бронксовский желтый откололся. Гангстерски. Куда-то они залетели. Они бывают отлетают далеко, далеко за дорогу туда. И вот они выскочили. Потом возвращаются. Беспамятными их тоже не назовешь. Опа! Опа! Посадочки, посадочки, посадочки. А вот и капец! Вот же Яшечка пришел. Вот он. Кто это? Сапсан или это... Не, это не Сапсан. Это этот самый. Это пришел Купер. Купер, Дупр, Супер. Кто такой Купер у нас? Тетеревятник, да? Ястреб-тетеревятник. Ну, немножко подержались в воздухе. Это я их снимал 3 раза. Опа, и такой стремительный рыжий. Планирую красить будку на этой неделе. Я много, короче, чего планирую. Рыбачить и будку красить. И то, и сё, и пятое, и десятое. И посмотрим, как будет. А, еще работать надо. Ладно, я сниму чуть позже еще. Добавлю к этому ролику. Вы не уходите.
Опа, Черномура пришла. Вы не уходите далеко. Будет интересно. Да, и до конца досмотрите, там очень важное сообщение будет в этом ролике. Голуби, голуби, голуби. А что тут происходит у меня? Как по красной тряпочке? Прутик мне классный пол вырезал. Такой суперский прутик. Я вам передать не могу. А кто это такая? Кто это такая, знаете? Напишите в комментариях, кто это. И вообще, пора начать нам играть в игру «Мальчик-девочка». Привет, кусики. Голодные? Голодные. Может, кусика выпустим? Или рано? Вы знаете, что это за голуби? Дайте мне знать, что это за голуби. Расскажите. Полет на средний. Ого! Гонится, гонится, гонится. Смотри, смотри. Хать, хать. Да не, не возьмешь, не возьмешь, не возьмешь. Не верю. Не возьмешь. Второй налет. А, смотри, заходит опять. Самка. Это не тетеревятник. Это что-то другое. Подзагнала, вон они там. Вон они, вон они, вон они, вон они. Это второй удар уже, не уходит. Крыса, а? Гонялась тут за одним. Это за молодежью она гоняется. Не-не-не-не. Номер не пройдет. Но пасаран. Так их не возьмешь. На посадочке. Да. На вылете. А по прямой? Пш, флайта? Не, ну можно больного. А здорового вот такого вот? Не. Разогнала самка. Но мне кажется, это не тетеревятник. Разогнала моих голубей. Вот там кучка осталась, летит. Остальных она разбила. Но она не взяла никого. Никого не взяла. И вот это вот, други мои, одна из основных причин, почему сегодня я держу простых и неприхотливых флайтс, которые вы называете кормилками. Пользуете их только на корм. Они прекрасные летуны. Вот они летят. Они прекрасно уходят от копца. Только что вы это видели. Это молодой был. И он ушел. Вон там еще голубь чешет. Они отлично ориентируются. Держатся в воздухе. Те, кто именно гонщики, их до 2 часов доводят. Я никогда не летали 2 часа. Час летали. У меня нет такой задачи. У меня нет времени на это. И честь им, и хвала, и отличная эта порода. И советую тех, кто их имеет как кормил. Я не знаю, что к вам туда попало, какие крови, как бы. Ну, слушайте, если это чистокровные флайты, их можно довести до ума. Вон, летает птица. Летает себе, летает. Видите? А, на сером, на тучке. Вот они собираются в кучку потихонечку. А это, по-моему, тот, которого она била, идет на посадку. Ага, да, Изабелла. Вот он. Кажется, голубочка. Там беленький наверху, вот еще один. Вот. Ну, больше, чем пол команды в сборе. Куда они не денутся, ничего с ними не будет. Ну, вот такие вот сегодня, как бы, уже какие-то такие вот действия. Экшен. Как говорится, голуби в шикарной форме, отличные, долиняют, еще лучше будут. Будем воевать с копцом. Конечно, он подъест основную массу, ухитрится к зиме, когда я буду выпускать, приноровится, бить из куста, там, бить из деревьев, с дерева отсюда нападать. Это все понятно, он, на то он и хищник. Но сам факт. Флайт рабочие голуби.
абсолютно рабочие голуби. Белоконцевые, нью-йоркские флайтс мои. А вы, значит, на канале были крылья Нью-Джерси. И вот такая нарезка полетов. Я соберу тут вот, что у меня тут насобиралось, да? И просто вот так сложу. О, опять она пришла. Ха-ха-ха. Вон она. Курва. А, она за белым погнала. Давай, 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 давай. Давай, гони, гони белого. Да? Ага, ага, ага. И что? Ух, гонит, 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 гонит. Давай, давай, мальчик, уходи. Ха-ха-ха. Уходи, уходи, мальчик. Это белый голубь, я знаю, что это. Да, да, она не взяла. Да. Да, сегодня... Вон она опять вышла. Вон она наверху. Вон она, вон она. Вон она. Ушел. Ушел белый. А вот он возвращается. А вот он чешет назад. Да, молодчинка. Молодец, мальчик. Молодец, мой золотой. Молодец, ты показал. Нас так просто не взять. Крылья Нью-Джерси. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. До встречи, до следующего копца, дорогие друзья. Всем доброго здоровья, вы на канале Крылья Нью-Джерси. Очень важная информация. Слышите, как булькает аквариум, как сливной бачок? Это фильтр. А информация по поводу того, что вот реклама нашего клуба. И вот данные, информация по поводу того, где, когда, во сколько будет проходить выставка. Выставка в Нью-Джерси, клубная, штатная выставка 14 октября. Вот по вот этому вот адресу. Внимание, я эту выставку буду судить почтовую птицу, обязательно локально приходите, буду рад новым знакомствам, буду рад видеть старых друзей. Все, перепишите адрес, в любые вопросы пишите в комментариях, будем разбираться.